2 декабря в Москве на съезде по охране окружающей среды международной информационной группы «Интерфакс-РА» были представлены итоги рейтинга регионов Российской Федерации по эффективности и экологии предприятий за 2012 год. Чувашия в этом рейтинге заняла первое место. Итогом или весом является масштаб производственной деятельности каждого предприятия, определенный по выручке, численности персонала и потреблению энергии. Вот первые места в рейтинге занимают регионы, имеющие бизнес с высокой эффективностью, экоэнергетической и технологической, высокими темпами роста эффективности и высокой прозрачностью. Чувашская республика в этом рейтинге среди 83 субъектов Российской Федерации занимает первое место. С чем я вас поздравляю, пожелаю успешной такой же эффективной работы.